Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре топовые спиннинги от компании Сабанеев. Это верхняя планка удилищ. Это Сабанеев Амулет. Выполнены бланки из дорогого карбона, 46 тонн. Очень качественная сенсорика. Бланки очень сухие, жесткие, быстрые. Спиннинги сами и сама серия позиционируется как универсальная. Включает в себя три модели. Это 902 MH, это 273 с тестом 10.45. Вторая моделька — это 243 сантиметра с тестом 7.28. И, соответственно, третий вариант — это 213, 5.25. Ну, соответственно, первый вариант — это больше джиг. Это тяжелые воблеры, это течение. Это вот оптимальный, скажем так, его вотчина, его уровень работы. Средний — это лодки, это берег, да, 2.43, длина 7.28. Это абсолютный универсал в плане джига, воблеров, блесен и всего-всего. То есть настоящий универсал, которого можно ловить как с берега на близкие и средние дистанции заброса, так и с лодки. То есть оптимальный вариант. Хлыстик хорошо держит течение. На подтяжке хорошо анимирует поклевку, показывает, ну, за счет, соответственно, бланка, самого качества бланка и уровня угля высокого, применяемого при производстве. Значит, и третий вариант — 702 Medium Light, это 2.13, 5.25, это, соответственно, лодка, как правило, либо какие-то рыбалки на ближнем бое с берега, да, ну, чаще всего это именно лодочный вариант, также лодочный вариант для воблеров, блесен, то есть это оптимальное применение его. Некоторые берут его на джиг, ну, как бы здесь кому как. Бланки здесь очень качественные, хоть и рукоятка единая, да, то бланк здесь вклеенный полностью, идет по всей длине рукояти, то, соответственно, вы чувствуете в руку прекрасную сенсорику, то есть любое касание, все передается в руку. Фирменный катушкодержатель, качественный, с декоративной такой вставкой под хром и эвой, мелкопористой, надежной. Соответственно, колечки высоко посаженные, чтобы у вас не было ни перехлестов, чтобы далеко летело. Ничего никуда не касалось, плетня или монка, смотря с чем вы ловите. Ну, как правило, это плетеночка, да, то есть она улетает, показывает по отзывам очень хорошие показатели по дальности, потому что серия продается уже 2 года на рынке, и люди ее многие знают, покупают, любят. Поэтому, скажем так, за эти деньги, если вы не приверженец, вам не нужно именно платить за имя, да, то Сабанеев, понятно же, что не так известен, как Major Craft, Graphite Leader там, и так далее, то, соответственно, по качеству угля он, в общем-то, не уступает многим именитым брендам, которые сейчас стоят в 2-3 раза дороже. Это вот даже не только мое мнение, да, как вот, что я вам презентую это, да, а это именно спортсменов многих, кто профессиональных спиннингистов, которые у нас, скажем так, помогают нам в производстве и так далее. Ну, давайте тогда посмотрим, сейчас разложим, как они себя ведут. Либо, давайте, я вот сейчас вспомнил, может быть, по весу, не знаю, насколько это важно. Ну, соответственно, толщину бланка давайте померим. В спиннингах это не так важно. Если не нужно, я не буду это делать. 9 мм у 213, 702, соответственно. У 802 медиум 11 мм. И у 902 12 мм, которые 2.73. По транспортной длине лайтовый вариант, медиум лайта, 110, 126 у нас 2.43 длиной, и 138-139 у нас 902. Ну и по весу. Лайтовый вариант у нас, ну, медиум лайт, который, да, 5.25-2.13, 134 грамма весит. 802, который 2.43,
153. И 270. Сто шестьдесят. Ну, теперь уже пора раскладывать. Друзья, разложили. Вот у меня в руках сейчас 270-й, 1045 тест. Вот смотрите, я на камеру достаточно жестко его трясу. Вот смотрите, строй. То есть это быстрый строй. Ну, соответственно, вот смотрите, как я вот упираюсь. Вот такая работа бланка. Ну, насколько это удобно вот так показывать, иного я не придумал. Можно нагружать. Если нужно именно поднагружать, напишите, пожалуйста. Если так информативнее, то будем так делать, чтобы человек мне, мой помощник, нагружал. Значит, следующий в руках 2.43, 7.28. Ну, соответственно, нагружаем. Упираемся, как говорится. Вот я вам даже показываю рукой своей, чтобы... Вы все видели сами. Так, ну и последний, третий вариант. Это 2.13, тест 5.25. Ну, соответственно, вот так он работает. Так, по бланку, спиннингист, смотрите, если что-то там не так, поправляйте. Снимем как надо. Вот я специально вам показываю свои руки, чтобы вы видели, как я держусь, нагружаю. Два слова, как обычно, в конце про чехол. Синтетический материал, не впитывает воду, не намокает. Клапан на липучке, прочный, надежный, плотный, с двумя кармашками под, соответственно, каждое колено. Напомню, обязательно и должен это напомнить, что все наши покупатели, кто у нас купил спиннинг Сабаниев, и не только Сабаниев, сейчас акции были на Majorcraft и так далее, Zetrix, и имеют возможность получить две запчасти в год совершенно бесплатно в период действия акции. Условия всего два. Это приобретение удилища в нашем магазине. Это относится и к спиннингам, и к федерам, и к махам, и к баллонкам, и так далее. И второе условие – это подписка на социальные сети, на страничку социальных сетей. Обязательное условие – это Telegram, ВКонтакте и YouTube. И желательно это RuTube, Facebook и Instagram. Покупайте, заказывайте, будете обеспечены запчастями. И более того, мы даем, я лично, как коммерческий директор, разработчик удилищ Сабаниев, от своего магазина даю вам личную гарантию, бессрочную, на заводской брак, на весь срок службы удилищ. Это относится не только к фирме Сабаниев, такую же гарантию мы даем и на флагман, и на Zemax и тому подобное. Ну, посмотрите ролики, там все это рассказано, описано и так далее. Поэтому вы будете подстрахованы всегда запасными частями. Ну, или заменой, соответственно, если признается это браком. Всего вам доброго и до новых встреч!